Казахские народные сказки. Конь хана Женебека. Был у хана Женебека чистокровный жеребец. Не конь, буря. Хань гордился и дорожил им больше всего на свете. И вдруг скакун захворал. Хан был вне себя от горя. Он отказался от обычных дел и забав не спал, не ел и не пил. До всех дошла его страшная угроза. Если кто-нибудь отважится сказать, что любимый мой конь умер, я забью ему в глотку кол. Ужас обуял придворных. Ханские слуги двигались, не дыша. Конюхи не отходили от коня ни на минуту. А конь пал на ноги и вскоре издох. На что было надеяться? Все ждали смерти. Мужья прощались с женами, родители с детьми. Тогда к хану вошел премудрый Жиринше Шишен. Хан уставился на него исступленным взором. «Ты хочешь говорить со мной о коне?» «Да, великий хан». «Что же случилось с конем? Отвечай!» «Господин мой, будь спокоен. С конем ничего не случилось. Он все такой же, что и прежде. Только не берет корма, не открывает глаз, не двигает ногами и не шевелит хвостом». «Так значит, мой конь мертв?» – вскричал хан. «Воистину так, повелитель. Но заметь, что запретное слово, за которое ты грозил жестокой карой, произнесли твои, а не мои уста. Не думаю, чтобы ты пожелал предать смерти самого себя». Так мудрый Жиринше находчивой речью отвел гнев хана от себя и от других людей.